Здравствуйте, друзья! Привет! Приветствую вас в нашем, так скажем, личном взаимодействии через этот источник. И я хотел бы вам всем пожелать личных успехов во всем, оздоровления и ко всему это идти через личное, скажем, выражение собственной души, природности, движения, человечности и чистоты. Тогда вы будете раскрываться и идти настолько смело, настолько по-настоящему, уперто, и в то же время теряя все эти слова, но никогда не теряя себя, что вы просто никогда не забудете, кто вы есть на самом деле, и обретете все богатство, которое хранится у вас. Совершенствуемся вместе!